Санек, что ты делаешь? Дрозд, что делаешь? Кушаю. Кушаешь? Я думал, гнездо строишь. Какое гнездо? Какое дрозды строят? А? Я проснулась. Иди одевайся, кушать будем. Здорово, Семен. Семёшка, тебя спать положили, да? Семёна такого спать положили. А ему не спится что-то, да? Кто такой Сём, стоит? Не спится? Не спится? Ага. Сёмка. И ты какой улыбака. Всем привет, друзья. Именинник, заходи. Заходи, гости. Славику сегодня 10 лет. Поздравляем тебя, сыночка. Сейчас соберутся у нас наши ребятишки все. Не все сегодня смогут присутствовать. Тоже приглашали, но не все могут. Вот такой у нас красивый стол сегодня. Так, шарики девчонки молодцы надули. Ну и мама тоже, конечно. Папа пожарил вот такой вкусный шашлычок. Картошка будет у нас. А еще Лиза вот такой плакат нарисовала. Она очень старалась. И здесь мы будем оставлять свои пожелания. Первое пожелание от мамы. Вот потом каждый подойдет и напишет. Мы на память это оставим. Для Славика. Вырастешь, заберешь с собой. Детям будешь показывать. Так, ты что там уже возникаешь? Саша, шебелись. Так, Семочка разглядывает шарики тут, да? Мы украсили немножко тут. Положи карандаши. Смотрите на меня. Так, мы здесь приготовили подарочек. Славику сейчас покажу. Это вот такая вот колонка. Очень-очень хорошая. Ну, молодежь, наверное, разбирается, кто смотрит. Вот сейчас Надюша от всех нас я подарит. Хочу хлопнуть. Как раз папа хлопнет. Подарит, а я хлопну. Так, все, ждите, сейчас я там подойду. И все будет на день. Так, все приготовились? Так, Миша, встаньте, готовы. Вот сюда просто встаньте. От всех поздравим сейчас. Все, папа, иди уже. А потом крикни все с днем рождения, ладно? Громко-громко. Да, будем поздравлять тебя, сейчас уши отрывать. Слава, поздравляем тебя с днем рождения. Будь счастлив, будь здоров. Мы тебя все очень-очень сильно любим. Хорошо учись. Сейчас ты перешел в 4 класс у нас. И всего-всего тебе хорошего. Главное, друзей побольше тебе хороших, добрых, чтобы слушался маму и папу. И пусть Господь тебя благословит. Все, с днем рождения. Потом Слава будет со своего телефона подключать, потому что нас забанят, если он другую музыку сейчас включит. А тут мы включили, ну что, с Ютуба. Звук просто послушать. Красиво, очень чисто. Это как фирма? GBL? GBL. GBL. GBL.
Джибель. Как у Миши. Это какая-то последняя версия. Джибели. Последняя? Угу. Мы там несколько просмотрели. Бамбукс. Консультант нам там помогал выбирать. Ну давай, Слава, как ты себя чувствовала? Не чисто поет. Алиса, Ваня делал Славику подарочек, не ломай. Нельзя ломать. Сделай наоборот. Ваня так старался, Славику подарил. Зарядки. А у тебя, Миша, сколько? Миша 12. Да? Мама, Миша 12. Зависит у Миши 12? У Миши тоже что-то подобное там. Это же фирмы. Дарили ему. Лезешь, скажи, к моему хвостику. Мама, нет, кина не будет. Электричество кончилось. Че? Спать хочешь? Нет. Нет? Мы вышли на прогулку. И куда? Гуляем. Да. Пойдемте, папа, сок даст вам. Да. Нет, доча, нельзя чужих котиков ловить. Иди, папа тебе сок даст. Увидела котика. Пойдем, мама. Потом поищем. Она котика увидела. Сок. Иди сок сначала попьем, пойдем. С дедушка приходил, уже думаю, что... Сейчас сок попейте. Три пластиковых стаканчика, пожалуйста. Синенькие, Вань, которые. Зелененькие. Ой, какие они зелененькие-то? Мама, я пойду тут с тобой. Мама, дальтоник, что ли? Мама, я пойду тут с тобой. Мама, сок, ты мне нельзя. Мы ходили, вот солдатский хлеб взяли, да? Покажи, деточки. О, какие. Мама, нельзя кто-то есть. Нет, ты почисти. Раньше в войну это кушали. Я вот детям рассказывала сейчас. Так, Сёмушка у нас тут. Да, Семён? Главное, чтобы мошки вот эти тебя сейчас не укусили, это как у Алисы. У нас вот эта мокрица или мокреца, или как она называется, эта муха, укусит, а потом так отекает сильно лицо у детей. Вот она взяла, выкинула. Сыро, потому что кругом у нас дожди же. И вот эта муха лезет. Это монстр! Сейчас у нее зажил уже глазик. Да? Вон куста был. Да? Пик-пик-пик. Там у тебя что, много сока? Полный почти. А, там сейчас тут летит. Кыш, кыш.
комары, мушки эти. Ну, чтобы Сёме в глазки не залезли, да, Сёма? Ой. Дима весь у нас в какой-то мазуте возится сегодня весь день. Что, все, она сегодня закончилась работа? Опять колесо снимали. Папа только один раз прокатился. Что-то Дима с тормозами там накосячил, неправильно собрал. Перебирать опять будет. Накрыть от дождя. Дима, только ты руки сначала здесь отмой, ладно? Ну, Ферри. Мама, я почистил тебе. А теперь кушай. Да? Кушай, мама, солдатский. Я тебе почистил. Это ты мне? Это от сосны веточки вот эти молодые растут. Спроси у Лизы. Да мама, хотя бы один вынесет пусть. Где-то ты будешь завтра есть. Да? Чтоб да. Горлышко у мамы не болело, да? Да. Ай, комаря тему. Ну как ж, залетают сюда. Хочет треводку. Укусить. Дима, доски еще вот эти. Если есть. Раскидали, сразу выкини. Сладенький Сёма, поэтому они летят к нему. А если вкусно пахнет. Они съест его, то будет у него кулош. Ну, укусит. Вишня. Неровно. Мама, если да. Комары, комары, кыш, 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 кыш. Мама, давай, ложки тебе. Я невкусная, горькая очень. Хотел. Он меня укусить кыш, хотел. А тебе не великовата морковка-то? Самый раз скажи. На весь день хватит. Кушать витамины, да, доча? Качкач. Качкач. Это что, у тебя газонокосилка? Да. Давай. Ты, Алисе, только много не наливай, сразу побольется. Саня, будешь сок? Да. Чего сделал? На. Да. Иди что сюда дали? Скорее. Что такое не светлый? Саня, на. Ой, Ваня, дай, пожалуйста, сосочку. Из грязной, да? Куда запихал? Дай да. Посмотрю. Грязку. Иди подую. На. Ну-ка. Да вот пальцы, самый край. На, помыть сходить. Семейная морковь. Всем хватит. Вот на. На место же. Сёмушка, тебе такой нельзя. Мам, потому что там сахар. Да? Даже дети понимают. Потому что там сахар.